Так, ребятки, всем здравствуйте, всем доброго позднего вечера. Ну что, Сет, огромное спасибо за репост. Только я начал было стрим, а ты уже сразу взял и зарепостил. Даже я не успел ничего сделать. Обезоружил практически. Да, здоровенько. Так что в скромности меня обвинять нет смысла, я просто чисто физически бы не успел, я только успел зайти в ВК, посмотреть, что трансляция есть. Да, сегодня чуть пораньше, на час с лишним, если есть возможность стримить пораньше, я буду начинать пораньше. Сегодня такая возможность есть. Остановились мы на 21 карте, то есть у нас осталось еще 10 уровней. В общем-то, половина из них очень так себе. Ну ничего, на некоторых, которые мне не нравятся, я буду пользоваться сохранением, благо они есть, save game, так что ручки чистенькие. Так, какая? 21-я карта, административный центр. Привет, Димон, ну что, да будет месиво, потому что этот уровень я ненавижу больше всех, ну больше 20-го точно. 20-й еще лайтово прошелся на прошлом стриме, погнали. Ну тут хороший музон переделали, кстати, хочу заметить. На Найтмаре этот уровень просто писец. Я глядя только. Пнуть, ну молодец. Пнуть, респект. Ну видите, там уже лазят. Уровень не просто жесткий, а мега жесткий. Да, да будет месиво. Месиво у меня, кстати, сегодня с утра еще было. Кто это делает? Ты делаешь. Блин, кто еще гасит? Еще один хрен. Спасибо. Хер Найт, ты очень помог моему горю. Здоровья в этом уровне мало, врагов в этом уровне полно, подстав в этом уровне полно. То есть двадцатка, 20 уровень, ты еще... Козел, даже ты в меня попал. Но здесь хороший саундтрек нарулили. Это радует. Я уже полудохлый, понимаете? Я уже полудохлый. В каждом вот этом окошечке по... А! Блин, я забыл кое-что, да, включить, когда играла музыка на стриме. Ту самую гифку, которую в телегу скидывал. По обстоятельствам. Я не могу этого гарантировать, но мы... Я сохранил, естественно, этот момент со стрима. Он, конечно, не такой длинный, как мне казалось тогда в прямом эфире, но... И на том спасибо. Это было классно, это было эпично. Это за... О, он в импа попал. Он в меня попал, конечно, этот... Козел. Да, тут нужно беречь патроны. В общем-то, там только ракеты можно не экономить. Пульки обычные, ну... Нужны будут очень сильно. Тут хороший такой, типа саксофончик медюшный играет. Я уже полудохл, уже 48 проц, понимаете? Уже, а уровень даже не начинался. Ты еще и выжил, тварь. Тварь дрожащая. Сдохни, пожалуйста. Это мы только зачищаем периметр. Я просто... Не завидую Zero Master, когда он тренировал. 278 врагов. И мы только 35. Пошел вон. И мы только 35 отправили отдыхать. Сдохни, пожалуйста. Спасибо. Все. Вроде с периметром все. А что делать дальше-то? Я забыл. А, сюда. Да, еще и уровень довольно запутанный. Так, вы, надеюсь, передеретесь. Очень бы хотелось. Давай, мочи помидорку. Ладно. Неблагодарное это дело ждать вас. Вот здесь переключатель в кислоте. Ну, как видите, я его переключил быстро и качественно. А так надо было бежать по вот этой лужице из кислоты. Это, конечно же, очень приятно. Мы все это прекрасно знаем. Так, аптека. Дробь, конечно, тоже надо экономить, но с дробью тут проблем меньше будет. Вот пулеметик будет нужен.
Сразу говорю, никаких 100% секретов. Нет, 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 еще раз нет. Так, тут если что, у нас дроби. Десятичные, блин. Так, броня. Патроны пока оставим. Так, тут у нас сейчас будет красота, спасибо. Что выстрелил дальний с первым. Так. Прячемся за стеночкой. Да, для тех, кто не знает, я сегодня был в больничке, мне делали бронхоскопию второй раз в жизни. Приятного в этом не просто мало, а очень мало, то есть как бы это не больно, это очень дико неприятно. И, кстати говоря, второй раз был гораздо неприятнее, чем первый. Так, вот эту всю братву... О, блин, там импы меня уже гасят снизу. Как вы так умудряетесь, твари? Посмотрим, буду я жить или не буду, хотя мы все там окажемся в итоге. Чушь, греха таить, но хочется немножечко подольше, в силу разных причин. Так, надо патронов подобрать. Собственно, вот они. И надо найти секретку, которая... Да, она тут. Подожди. Здесь. Так, играем по карте. Вот. Давай, открывайся. Открывайся. Падла, чуть не открываешься. Ладно. Хрен с тобой, золотая рыбка. Так, теперь надо прыгать вниз, а у меня здоровье просто ни хрена. Там оставалась одна аптечка про запас. Поэтому да, будет много беготни. Так, здесь импы вышли. Видать, за мной, но пока их нет. Вот она. Так. Так, а теперь надо вниз. А, вот вы где, оказывается. А на чё, оставайтесь там. Не сильно-то вы нужны. Да блин, я не взял его. Пошел вон. Марина, он меня, понимаешь, тут засирает. И ты тоже. И ты тоже. И вы оба. И вы тоже. Я этот уровень не люблю, ребята. Просто хлеще будет только 25-й. И ты свою хавалу не раскрывай, понял? Я пока злой буду. Зато, кстати, я выспался. Я вчера проспал весь вечер и всю ночь. Так, один ключ взяли. Все отлично. Пошли в красную дверь. А, Денчик, да это так. Это пока так. Я чувствую, у нас тут скоро Игорян появится, и Алексей, и кто только не, никто из наших знакомых. Так, а дальше что? А, сюда. Так, это я заберу. А, здесь веселое тоже место. Очень. Что ты застрял? Жирный слишком. Так, отлично, у нас дофигища пока вот этих штук. И, по-моему, они нам сейчас пригодятся. Да, естественно. Темно еще, как... Сами знаете, у кого, сами знаете, где. Да, если... Можно, конечно, тебе патронами подсветить, но это... Нехорошее расходование патронов. Я бы все-таки тут... Тут бы не зря были очечки, но... Хрен нам они очечки. О. А, да, это типа стена. Тут там Масян у нас ходит. Васян, Масян. Так, отлично. Так, берем. Да, пока мы там проходим, сзади открылась дверь.
естественно, пулеметчик. Чтоб жизнь медом не казалась. Все, теперь наверх. При этом мы ключа никакого не взяли, я смею заметить. То есть это все присказка. Сказка впереди. Ну теперь нам надо сигать. Ой. Неосмотрительно как-то. Пошел. Хрен с ним. Кстати говоря, когда вы влетаете в телепорт, какое-то время вы как бы зависаете в нем. И вам может прилететь эта ракета. Без особых трудностей, без особых затруднений. Поэтому вот это вот то, что я делал, как бы это, конечно, хорошо. Но может быть больно. Так, откуда-то сбоку там кто-то что-то. Так, ой. Так, берем. Берем. Сохраняемся. Ой-ой-ой, зря я сюда полез. Зря, очень зря. Ладно, у меня 200 с лишним патронов для пулемета. Да сдохни ты, что ганнер, блин. Молодец. О, тефтелина. Не хочет дохнуть. Тварь. Спасибо, тварь. Так, у меня патронтаж заканчивается. Тут еще вот этот вот типок. Типок сдох. Это радует. 64%. Ладно. Основное говно сдохло. Да, испугался. Вон там еще один. Получайте. Отлично. Так, ты еще живой. Исправляем эту ситуацию. Все, Аня, не все. Ладно. Ты уже ерунда. А что? А как картофелина одна, тефтелина? Че так? Слабенько. Так, вот это вот надо взять. Есть. Там уже здесь БФХ и аптечка, и... Соответственно, плазму, которая дает БФГшечка. Здесь еще плазма. Плазма будет не то слово, как нужна. Так. Так, здесь кто-то есть. А, ты. И берсерк. Берсерк я возьму, потому что он... Есть уже один. Так, все, выходим отсюда. Сюда еще несколько раз кто-то телепортируется. А, ну вот, далеко ходить не надо. Ой, хорошо, как размотало. Член ганнера. Ой, шот ганнера. Что ганнера? Так, желтый ключ. Ой, масян. Блин, два раза словил. Да что ж, мне надо влево все время дергаться, а я вправо зачем-то убегаю. Внезапный масян. Так, это экономим. О! Кажется... Нет, это не та комната, которую я подумал. Давай им, кидани. Мускулистого человечка. Рогатого. Не хочет. Кстати, а вот Толян на вот это вот товарища не потянет у нас? По комплекции как раз самое то. Так. Ага, я, кажется, подозреваю, что это за комната. Сдохни. Или нет? Нет, по-моему, я ошибаюсь. Так, в таких случаях берется плазма. Да, я, кажется, знаю, что это за комната. У меня мало здоровья. В
О, щит! Я сюда не должен был бежать. Есть. ТНТ по памяти ее сделали еще куда более душный, поэтому удивляться нечему. Ты будешь подниматься? Спасибо. А ты сдохнуть должен, спасибо. Так, а здесь нас уже ждут. Тяжелое дыхание. Вы видите? Какая прелесть! Какая прелесть просто! Просто невообразимо классно, ребята! Было здоровья немного, теперь вообще нет ни хрена. Ты, блин, я ж дернулся, нервничаю-то так. Как будто, не знаю, на деньги играю. Что это? А, понял. Бежать. Писец, конечно, что-то я вообще очкую. Так, там синий ключ появился. А значит, шанс на выход. Единственное, надо найти мегасферу. Да сдохни ты. Вообще, тебя слова не давали. Так, синий ключ там, если что, есть. Но надо найти мегасферу. Очень желательно. Или сначала спрыгать за ключом, а потом уже мегасферу искать. Мегасфера, по-моему... Нет, не тут. Здесь синяя броня была. Вот тут. Ага. Ну иди сюда, я тут. Тихо, тихо, тихо. Блин, не цепляй углы. Где ты, тварь номер два? Все, сдох. Так, нет, сначала за синим ключом. Даже плазму не пожалеть. Хотя плазму как раз таки надо бы пожалеть. Так, там импы с той стороны. Сейчас мы огненную встречу сделаем. Получай. Ух ты, блин, ты не имп. Ну, вернее, ты как бы имп, механика импа у тебя. Это было сейчас просто сверхгениально с моей стороны. Ладно, там этот, Безерк. Да, я слышу, что там скелет. Он мне хотел напинать, но не успел. И все. Даже если он телепортируется, его тут... меня тут нет, а он тут есть. Ха-ха-ха. Продолжаем наше блуждание, страдания. Так, импы. Ах ты, цварь. Цварь. Да, резко вырубается свет. Нужно пнуть вот эту дверь. Тут у нас резко откроется хрен пойми что, неведомая фигня. Сдохни. Потом надо подойти сюда. У нас вообще страшное дело. Потом за счет этого можно теперь открыть дверь, она откроется. Так, нужна плазма. Блин, плазма тоже будет нужна, кстати. Плазма, да, плазма будет... А, блин, я забыл... Я забыл про... мегасферу. Вот это было зря. Да. Кстати, ее можно взять. Ее можно взять, не телепортируясь. Но я, конечно, не спидранер, я так не умею. Я взял. Скромность наша все. Да, 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 да. Вы там уже готовы меня ломать, мочить. Особенно вот ты, гад. Набираем лута. У нас плазма. И бежим, бежим, стреляем и бежим. Run and gun. Контра.
А, это... А, спасибо. Так. Отлично. Да, вот тут поднимается мостик. Сдохни, тварь. Откройся, тварь. А, мне толку от этих. О, блин, вы просто... Как вы валите-то? Все. Так, тут у нас хрен. Его надо убить. Тут тоже. Да блин, наведись. Спасибо. Ну, как видите, от мегасферы уже осталось почти ни хрена. Здорово, Толян, у нас тут жаришка. О, киберлох. Кибердемон. Давай, давай, импов гаси. Они могут тебя чуть-чуть. Ну, вроде зацепило. Так, тут у нас есть ништячки. Ой, там, там павук на меня. На меня накинулся практически. Так, паука надо тоже убить. Паук нам не сильно прям нужен. Да сдохни, пожалуйста. Спасибо. Настоящий друг. Так, тут тем более есть стеночка красивая. Которая... Которая отодвигается. Вот не помню где. Так, кибер, кстати, телепортируется. А, ну он пока занят. Блин, где эта стенка? Нужна стенка, которая телепортится. Я, конечно, кибер и так завалю. У меня плазмы хватает. А импов я... Да, нет, не махались, но уже присутствовали. Да блин, тут нет такой локации, чтобы их стравить можно было. Вернее, нет, она есть, но я ее проигнорил. Фига тут кибер накинулся на импов. Ладно, я тоже последую примеру. На, вас очень много. Так, и пока суть до дела, я вот это возьму. Может спасти мою жизнь, жизл. Ну что? Давай, подстрелим по... Ух ты, блин! Где он? Где он? А, ну он в правильное направление пошел. Давайте. Жопу твою чуть-чуть его. Плазмы. БФГ не решился. Значит, я так мажу по нему. Ладно, ты почти сдох, я уверен в этом. Да. Hell yeah. Единственное, я, конечно, всю плазму израсходовал, это очень плохо. Это абсолютно неправильно с моей стороны. Так, тут ничего. Сейчас дайте носяру почешу. Почесал. Так, тут у нас паукан. Да. Сдохни, тварь. Молодец, тварь. Кстати, вот через эту дырку можно проскочить. Там аркашка. Так, и там открывается выход. Сразу готовим вот это дело. Я не хочу с вами драться, отстаньте. Это слишком хороша эта карта, чтобы на ней долго оставаться. 22 минут. Сейчас, пышите. Так, продолжаем. Хабитат. Вот эту карту почему-то очень не любят, по крайней мере на западе. То есть вот эти Десина, Биг Мак Дэвис. Вот эти вот ребята, специализирующиеся на игре в Doom. Так, не забыть, что Soul Sphere. Вот. Почему, не знаю, потому что после 20-21 карты это просто конфетка. Просто хочется... Не знаю... Приятно во всех отношениях. Так, Аркадий, Аркадий. Сука, он же... Короче, его всей толпой загоняли на флажки. Да, это было тупо с моей стороны. Два раза получил урон, когда мог его не получать. Здесь, кстати, тоже неплохой ремикс на оригинальную тему. Спасибо. Так, ну что тут у нас? Тут у нас вот чего.
ключ, который за стенкой. Зачем его делать было за стенкой, не совсем понятно. Так, здесь зеленая броня, она мне нужна. Так, синий ключ, по-моему, вот сюда нам нужен, да? Нафига? А куда? Я эту карту плохо помню, поэтому не обессудьте. Сюда? Да. Вот этот, наверное, лабиринт не нравится ребятам, которые играют в Doom. Ну как бы, ну и что? По карте он спокойно ориентируется. В карту, по-моему, смотреть можно. Такого, что в карту еще нельзя было смотреть. Я понимаю, они сейвами не пользуются. Здесь я могу понять. А, это выход. Ну как бы, ну и что? Тут нет чего-то страшного, нет каких-то подстав жестоких. Поэтому прям какого-то там хейта я здесь не очень понимаю. Ой, сейчас меня могут за это самое. Ой-ой-ой, да, тут эти двери открываются, как бог на душу положит, поэтому... Поэтому осторожнее надо быть. Так, пропускаем. Ой-ой-ой. Ну, не знаю, прям... Ой, как его хорошо, трупешник, смыло. Да, то, что тут еще секреты, конечно, как-то своеобразно спрятаны, но опять же... Как будто это единственная карта в TNT Evolution, где они так спрятаны. Так. Я здесь был. Судя по трупцам, я здесь был. Вот это типа секрет у нас. Сейчас, мы к нему вернемся через несколько минут. Как раньше там, во всяких сериалах, не сериалах говорили, мы его поняли. Вот. Это типа секрет, то есть. Я так вообще уверенно выхожу, как будто я всех перемочил. Но я же знаю, что я не уверенно и не перемочил. Вижу, как ты искажаешь свое пространство. Ага, я только что отсюда. Да, по этим лабиринтам побегать придется, но как бы я не вижу в этом какой-то особой трудности. Что прям ай-яй-яй, о чем они думали. Ну и что? Да, может чуть-чуть передушнили, но в сравнении с 20-21 уровнем и некоторыми последующими, и 18-м, кстати, здесь еще все вполне себе цивильно и стерильно. Так, ага, я вот где не был. Разворачиваемся, да. Поиграем пока вот так. Давай, я вижу, что вход открылся. Отлично. Все, да, идем сюда. Теперь сюда. У нас тут хрюндель ждет, не дождется. Да, здесь у нас, да, синий ключик надо взять. Вернее, нужен синий ключ, а взять надо желтый. Видите, патронов для дробовика просто нужно... Я даже не знаю. Много, короче. Тут угадайте, кто здесь будет. Иди сюда. Я думал, ты не сдохнешь от прямого выстрела БФГ. Совсем страх бы потерял. Там, по-моему, жрет кого-то спектр. Да, уже не жрет. Уже аппетит пропал. А, нет, еще один. Бля, козел, а ты что творишь? Назвать эту карту, конечно, интересной, язык не повернется. Так себе она. Так, теперь нам надо выйти отсюда. Желательно на начало. Так, сюда, направо и налево.
А, не сюда точно. Сюда. Так, ага. Так, тут у нас соул-сфера нас ждет, не дождется. Так, и теперь нам надо... Где вот это вот здоровый механизм? Нет, не сюда точно. Вот сюда. Так, опять я сюда попал. Ой, тут у нас, да, тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо, блин, мужики, вас много. Ой, как вы хорошо деретесь друг с другом, прям... Не наглядеться просто. Я так чувствую, вас тут просто дохренища, нет? Ай-яй. Ой, а-а-а. Вот оно что, оказывается. Ой, блин, там пулеметчик драный, сраный. Скотина. Увидел, когда я тут беззащитный. А, все. Вся любовь. Так, по-моему, красный ключ вот нафиг не нужен. Ну и все. Так, я лучше сюда стану, а то неудобно нифига. Ну и все, и дальше беги, Форест, беги. Да сейчас я буду вам тут. Так, и не сразу пулемет. Блин, в пулемете у меня пуль вообще нету. А где Денчик, этот Масян, Денчик, да? Ну и хрен с ним. В смысле, с персонажами, конечно. С ребятами. К ребятам никакого зла. То, что я тут подкалываю, это наши друганы. Ой, там же, да, Аркаша Валерич. Куда ж без тебя, без родимого? Ой, кажется, он... Ой, это была... Ой, какая ошибка нехорошая, тихо. Он перенаведется на меня. Наконец-то все. Ну что ж ты, Толян, не зачет тебе. Так, еще кто-то тут. А, ну это в соседних... Нет, не в соседних коридорах. Так, получай. Там он еще. Дверь открылась, подваливает народ. А на этот уровень ничего, конечно, он маленько шахты будут неприятными. Но потерпеть можно. Так, броню не забываем. Толян, ну так, блин, он, ну не знаю, ну точно не Аркадий, потому что Аркадий это Аркадий, он единственный неповторимый. А вот Hell Knight вот этот вот, который рогатый, но не красный. Вот на Толяна он похож чем-то, хотя он также похож на Толяна, как... Денчик на скелеты. Будем откровенны. Там, кстати, еще зеленая броня была, мне не привиделось. Так, пулемет оставляем. Оставляем патроны для оного, потому что, ну, реально нужен будет. Иди сюда. Ой. Вот это, кстати, тоже на Толяна похож. Чейнганер. Так, тихо. Получил. Так, поднимись. Так, то это не надо. Это, если что, на обратном пути нам пригодится. Получайте, гады. Там не особо подохли. Да блин! Хватит славливать урон. Так, мне кажется, надо дойти до конца периметра.
Потому что мало кто тут лазит. Так они, конечно, еще добавятся. И, кстати, тут где-то, по-моему, соусфера была. Плюс сотка нам очень даже не повредит. А, ну да. Тут, скорее всего, здесь. Толян ее и охраняет. Сдохни, пожалуйста. Я так совсем скромно попросил, так как, я не знаю, как маленький ребенок. А не сдохли бы вы? Пожалуйста. Так. Пулеметина. А где соусфера? А, как бы она не в подземелье была, кстати. Да, что-то меня переклинило. Ну ладно. Нет, значит нет. Берсерк нам все равно не нужен. Так, ну что, погнали сюда. Вот еще нужен пулемет. Потому что тут будет много мелких врагов. У них, естественно, будет эффект неожиданности. Так, я этот уровень знаю не очень хорошо. Но я имею в виду шахты. Тут по периметру что там знать. Так, а здесь, по-моему, у нас это зелененькая сфера. Но единственное, надо... Где? Ага, вы на один и тот же уровень спускаете. Все, понял. Понял, принял, как говорится. Мне вообще тут не знаю, куда идти, что делать. Рили. Ниже он не опускается. И ям вот этих нет, которые должны вести. Или пока я сюда не зайду, мне счастье. Не привалит, тихо ты. Вижу я тебя. А, нет, стоп, это не то. Вот, вот он еще. Блин, конечно, вы тут нахрен были бы не нужны. Я знаю, что зря расходую время, можно было бы дальше двигаться, но я не знаю куда, поэтому сильно немного толка еще и круг сделал. Ну и чё, куда? Зачем? К чему мы стремимся? Хрен его знает, ладно. А может, я в один и тот же лифт тупо заходил? М? Скорее всего, так оно и есть. Нет. Ладно. Так. Вот как-то туда надо попасть. Вообще не помню. Как-то... Куда идти? Что делать? А, блин. Ну да, лошара, я знаю. Ох, блин. О! Прикольно. А он за мной пойдет, интересно, да? Кстати, можно туда, в центр выбежать, но не сильно-то оно надо. Так, где тут этот лифт злополучный? Конечно, я уже всех там растревожил, все меня ждут с распростертыми объятиями. Точковал, блин, как ты так хорошо слова составляешь? Мне бы так. Так, у тебя первый расход. А, вот где соусфер, блин, а как ты совсем чуть-чуть перепутал, блин. Теперь-то она мне по-любому нужна. Дайте ты нахрен черепушку. Кто-то что-то где-то телепортируется. Нос чешется. Хотя после того, что он испытал сегодня, не мудрено. Блин, там еще один хрен.
рукопашную прет. Ну, сдохни. Сдохни. Ты не хочешь вздыхать, гад. Я сдох. Сдох я. Офигенно. Ну ладно, уровень короткий на самом деле. Это я еще тупого включаю. Аркадий Валерьевич, ваш выход. Будьте так любезны. Поближе к окошечку. Ой, как хорошо. Да, кстати, он единственный, кто умеет перенаводиться. То есть, например, что я имею в виду? Если вы подстрелили врага... этих всех тут. Да застал ты всех этих воскрешать, мать твою. Спасибо. Вот, короче, если вы какого-то врага подстрелите, он на вас будет наводиться. То есть он на вас заагрится. Неважно, будет ли его. Да, Морзин Уинс. Уинс. Но не Матмен. Короче, если вы кого-нибудь из врагов пораните, он на вас будет агриться. Неважно, кто-нибудь его будет при этом бить, не будет, все. Это уже аксиома. Но Аркадий Валерьевич не таков. Он может навестись, даже если вот я его подстрелил сначала, увидели. Потом он подстрелил Чинганер. И все равно, ему пофигу. Вот такой-то он. Почему это хрен его знает, но я в коде не ковырялся, я вообще в кодах не сильно-то ковырливый, что уж говорить. Блин, ну мне надо тогда экономить плазму. Вот то, что я на баронов ее тогда использовал, как бы это фигня из-под коня. Где ты там? Спасибо, что отозвался. Что? Да блин, что ж я так туплю-то, а? Да все сдохли, кроме тебя. Борода. Но не такая, как у Димона. А уж тем более в Ахнееве. Ладно, тут этот. Вот это вот. Если что, сейчас мы завалим вот эту братву. Давайте, мне нужно ваше. Нужно ваше все. Ладно. Как же ни разу. Блин, зачем я это сделал? Как же ни разу не подохнуть-то и на думце? Ну что, что это такое? Ну что это такое? Да ладно, на самом деле псих Денис, а точнее Ревенант, это один из самых мерзких врагов. Мерзее его только пулеметчики. Кстати, Толян, мы тут назначили, ну так, пока неофициально, пулеметчиком тебя. То есть, мол, ты у нас чейнганер. А, блин, я к нему спиной стоял, а он, главное, то ли застрял, то ли хрен его знает. Так, но прежде чем брать зеленую сферу, надо понять, куда идти с этой самой сферой. Вот сюда. Сдохну. То есть прямо я бегу из этого коридора и прямо вот сюда. По карте я понял, где это все. Где Хрюшка? Я знаю. Хрюшка сзади, да, была? Он еще жив. А ну выходи, мать твою, так, вышел. Так, направо.
и налево. Ой-ой-ой. Все, отлично. Огонь, огнище. Так, направо и налево. Что, что, не нравится? Это можно было, блин, ракеты всех покидать. Ладно, в общем-то, теперь по барабану. Ну, давайте, телепортируйтесь, вам же хочется. О! Ай! Там главное, что меня два барона не поджидали. А, поджидают. Но у меня есть все ключи, поэтому... До свидания. Ой-ой-ой, здравствуйте. А где еще один? Что, сдох, что ли? Как же он так-то? Ну, что есть, то есть. Ладно, тут еще врагов будет на нашу долю нормально. Ух ты, блин! А, вот вы куда, оказывается, подевались. Ничего себе, еще живой? Ну, уже это ненадолго. А, все, два скелета. Денчо. Девинант. Так, в центр мы не пойдем. Там ловить нечего. Там этот. Ракетница, но нам сильно не нужна. Черепуха пусть летает, сколько ей угодно удобно. Так, солсферу я взял. Собственно, все. Так, следующий уровень я не помню ни хрена. Да, идите. Я имею в виду, естественно, врагов. Вот, 7.58, всех делов. Хрена ли подыхал. Так, такой адский музончик здесь. Хотя, на самом деле, уровень такой нормальненький. Да дай бочку прострелить. И вот эту тоже за углом. Ядрить тут. Меня стреляет сквозь импа этот шотганер. Я стреляю в него сквозь спектра. Это прям песня. Почти индийское кино. Хотя нет, если бы попадали, вот это было бы индийское кино. Так, берем. Мне так зеленая броня. Так, этот уровень я помню плохо. Ну, каратюсенький. Он прям именно что маленький даже. Все, я так хорошо его пострелял с этого, с пулеметика. Блин, ну этот уровень веселый. Зачем все такой нагнетающий музон? Я против. Все, назначили Дэна. Ну да, массов сегодня как-то маловато будет. А их реально будет мало. Я даже не припомню, чтобы их какое-то скопление тут было бы. Ты сдыхай, ты даже... Ой-ой-ой-ой-ой. Сука. Ядрить вас там. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. А где? Кто это делает? А, тут зеленая сфера. Ну, блин, я даже не помню, как... Как там идти нормально, поэтому... Гаси, гаси. Меня только не гаси. Так, а чё, я пришел, да.
Я здесь обыгла. Так, ну что? Что? Мне вообще надо вот туда. Все, да. Тут два выхода сейчас. Поменьше сделаем карту. Да, тут только два. Если вас съели, у вас остается только два. Ладно. Древняя, прибаянистая шутка. Да, все, здесь тоже делать нехрен. Блин! С какого он угла меня засаживает? Так, срочно берем этот неуязвимость. Ой, невидимости шар. Хоть чуть-чуть по нам меньше будут бомбить. Плазмач. Блин, я не хотел. Ладно. Так, и синий ключ надо еще добыть. А, я знаю, где он. Надо вот в один из этих двух мест, в одно из двух мест телепортиться. Вот как это сделать, я не помню. Ну, вспомню. Ну уж точно не так. Кто-то где-то еще остался, что-то мне подсказывает. Никого, конечно, два раза никого. Но опять же, ключ-то мы не взяли. Ключа тут явно нет. Нет. Так, там где-то аптечка была, надо ее заграбастать. Угу. Этот уровень, я помню, он хуже всех во всей ТНТшке. Ну ничего. Так, нам надо вот сюда. Вот здесь я не был. Не был. Ага, ну и все. Дело в шляпе. Шляпа в деле. Где синий дверь? Вот она. Это уровень короткий. И этим не бесячий, кстати говоря. Прям плохим его назвать. Денчик охраняет выход. Но мы испортим ему это настроение охранное. Ну а теперь уровень, наверное, один из моих самых нелюбимых. А может, самый. Логово барона. Ну тут музон, да, нагнетающий, и не зря я бы сказал. Огромное количество вот этих вот коридоров. Ребята, привыкайте, вы их будете видеть долго. Уровень длинный, ни хрена не запоминающийся, я сейчас не шучу. С подставами, конечно же, иначе. Пулемет надо экономить, плазму надо экономить. Нормально тут все надо. Ну, кроме ракет экономить, потому что... Вот туда вы, вот то вы хрен заберете, если вы не знаете, как туда попасть, конечно же. Тут мы пришли, а тут, оп, заперто. Хорошо, что какой-нибудь... Тут нет такого еще какой-нибудь подставы, типа вентиль с водой открывается, нас смывает нахрен, как в унитаз. Так, что, идем вниз. Ну, у меня катастрофически мало патронов. Вот как ты это сделал? Так, ребят, давайте вы там это... Пока отстанете от нас. Ой-ой-ой-ой! Окей, окей. Принимается. Да, там еще одна подстава открылась. Я плазму возьму. Да, там у нас еще.
Видите, какие ребята ходят. Бравые. Все, да? Это радует. Берсерк пока потерпит. Туда идти, в комнату, где импы были, смысла никакого. Уж там нужны ключи, у нас их нет ни одного. Где искать их вот прям конкретно, я не помню. Здесь что-то мы опустили, ну, обратно, да? Да. Вообще, кстати, там можно было синюю броню таким образом взять, что-то мне подсказывает. Да. Ох, блин! Взял синюю броню, называется. На свою башку надел практически. Я вообще вот этого не помню. Да откуда вы, мать вашу, беретесь? Мне это уже карта конкретно не нравится. Там еще кто-то на меня выбежал. Где? Дайте-ка я сюда забегу быстренько. Сейчас импов повзрываем. Ну почти. Блин, опять ты! Да откуда все это великолепие тут на нас поперло? Тут нужен ключ, как вы понимаете. О, мать твою, дайте вот это сделаем. И вот это на всякий случай. Я вообще вот этого места не знаю, знать не знаю. Я даже вообще его существование только сегодня, по-моему, узнал. Ну, может быть, когда-то я смотрел видяхи по вот этому всему. Ну, опять же, когда это было, этот уровень я либо пропускал, либо смотрел целый один раз, потому что он ни хрена не интересен. Но, тем не менее, я выжил. Так, тут у нас паучки. Нам очень рады. Но одним пауком дело не ограничивается. Естественно, все по красоте в лаве лежит. Вот эту штуку взять можно, ну, с трейфом, ну, мы не будем этим заниматься. Плазма нам сильно не нужна. 20 этих плазм нам тоже не очень сильно надо. Конечно, лишними не будут, но... Еще одно прекраснейшее место. О, там еще и картоха. Картоха тефтельного. Ну, естественно, где картоха, там помидор. Ядрить ты наплодил. Черепнина свои. Сдохни. Да, там еще скелет нас подкараулил за углом. Импамы тоже стоит посчитать. Блин. Борис, хрен попадешь. А, попал. Там еще один такой же. Ну ты хоть возле бочек ходишь, да, ты хоть загнешься быстро. Так, вот там. Тут есть вот такая вещь. Ну как бы там нахрен не надо нам находиться. Там ничего не дает это место особо. Там, по-моему, есть соусфера, но... Обойдется соусфера без нас. И, кстати, да, вообще сюда смысла-то особо приходить нет. Тут очень много не особо нужных мест, скажем так, которые не сильно-то надо идти. Где еще не было? Ага. Да? О-о-о-о! Извините. Я сделаю уже вот так после этого. Вот проснулся Масян. Опаньки. А, собрать стороны мы. Это мы с обратной стороны приземлились. Тут портал, который нас переместит обратно, ну, на тот берег. Ну, как бы нахрен бы оно нам было это надо. Говоря откровенно.
Вот теперь там башня-то опустилась, там какодемон. Здесь невидимая стенка, тоже можно очень долго смотреть. Кое во что. Думаю, а куда же мне идти? Вот, оказывается, невидимая стенка, за которой ключ. Не секрет, а именно ключ. Ух ты. Так, тут была аптечка. Хрена лысого уже, тут а не аптечка. Сюда я шел вниз. Давай, гаси, гаси помидор. Ай. Что, подрались? Но он-то не подерется, потому что я уже его маленько. А, нет, посмотрите-ка. А он только Аркадий может. Ну, естественно, сейчас скелет выиграет, потому что он стреляет гораздо точнее, нежели я. Академ он так в него попадает через раз. Ну что-то скелет уже столько ракет в него засадил, а толку как-то не очень много. Ну, ладно. Денчик снова победил. Так, ну что, возвращаемся в нашу душную комнату. Когда я говорю душную, я не преувеличиваю. Там он наш любимый герой. А чё я выше тебя, это, выше головы тебя стреляю, а? Вон, давайте ракеты, что ли. Хотя бы ударной волной его загасим. Даже не ударной волной. Так, еще вон ту надо братву завалить. Так, я писал на стене в ВК, на всякий случай повторю, 10 декабря должен выйти Сигил 2. Сдохни, козел. Вот, Сигил 2 будет посвящен первому эпизоду, не второму, как я думал. То есть не продолжение второго эпизода, а продолжение пятого в первом думе, блин. И Ромеро там такие уровни накреатил, что самых еле-еле с сейвами проходит. Да, помидорка была близка к победе, но у меня нет этого, где лайфбар светится, поэтому мы это не узнаем, насколько была близка, хотя что я там по скелету чуть-чуть попал. Так вот. Так что ждем второй Сигил. Если все будет нормально в этом году, я его постримлю, почему бы нет. Даже этим блайндраном, потому что Doom-то я хочу, хоть могу более-менее стримить вслепую. Так, ну что, берем Берсерк, потому что обратного пути не будет, там уже мы идем только вперед. Кто соскучился? Вот. Ну, скорее всего, сегодня, конечно, эту штуку-то пройду, я имею в виду TNT Evolution. Думаем, что я буду стримить дальше, потому что напрашивается... Да, Тагил. Напрашивается этот... Metroid Fusion. Ну, блин, я его, по сути-то, только недавно играл. 4 месяца назад, как бы, это ни о чем. Я его более-менее помню, если что, я-то его пройду. И, может быть, даже не за 6 стримов, как First Run, все-таки теперь-то уже проще. Не надо будет думать, что игра сломана, куда я иду, что мне делать и так далее. Гоночная. Насчет гоночной у меня тоже есть хороший вариант. Ну как хороший? Диковатый вариант. Дикий, но симпатичный, я так считаю. Поэтому можно и гоночная. Просто как бы мне на... А, ну хорошо. Будь там, черепушка. А мне...
на больничном быть еще минимум неделю, а то и, наверное, числа до 27-го, потому что результаты всех вот этих анализов, повторный прием, дефралина от Remedy, это ПК, да? Ой, блин! Я чуть не сделал глупость. Это на ПК, да, я так понимаю? А что, лифт? Ой, он что-то там воскрешает! Не воскрешает. Короче, на ПК, не на ПК, а то я что-то, блин, мне Аркадий Валерьевич с панталыку-то дико сбил. Ни хрена себе ты добежал, Аркаша. Ну, точно говорю, завтра этого не будет. Блин, ну я тоже надумал игрульку одну. Блин, конечно, диковатую, но тем не менее. Ну, наверное, вечера на 4 она будет, а то и побольше. Если не фармить. А, подождите, а где барон? А, вот он. Извините. То есть, конечно, не хотелось бы сильно растягивать, но с другой стороны, я буду неделю на больничном. Минимум, а то и до 27-го еще дальше. Поэтому... Подумаю, дефрали. Ну, сет обычно плохого не посоветует. Можно попробовать, посмотреть. Главное, чтобы оно шло все еще. Шло на стрим, потому что он... Как у меня только Race Driver 1, это вообще писец был. Вот самая ужасная секция. Блин, я бочки с собой взорвал. Я гений. Ладно, тут хотя бы есть аптечка. Ты сдохнуть должен. Черт! Я обожаю эту секцию, понимаете? Я ее просто обожаю всем сердцем и душой. И чем там еще можно обожать? Так, поднимаемся. Опускаемся. Все. Ну, если так, то окей. Блин, зачем? Зачем? Мне повезло. Вот сейчас мне тупо повезло. Так. Я понял свою ошибку. Плазма. Давай, выходи, подлый трус. Молодец. Нельзя было сразу так. Все. Ну, практически все. Уровень-то еще не пройден. Это не на выход. Вот выход. То есть здесь нас еще ждут с распростертыми объятиями. Вон, посмотрю. Короче говоря. Так. Блин, у меня патроны для тропаша кончаются. Так, этот уровень я тоже не особо. Он тоже своими подземельями темными, мутными не совсем приятен. Так, а что вот эта херня не открывается? О, как вы с двух ракет хорошо легли, ребята. Ты скажи мне, Сет, она сильно долгая или нет? А то, правда, не хотелось бы у нее там 10 вечеров гамать. Все понимаю. Плюс, блин, все-таки пока... Если она, конечно, как Doom окно в окне заходит, то это вообще прекрасно. А вот если отдельно, то хрен знает. Вообще еще я так подумывал о GTA-шке 3. У меня как бы и Vice City оригинал на стриме не пройден. И, по-моему, я вообще в жизни не проходил. Я проходил всякие моды различные. А вот оригинал, по-моему, нет. Как-то вот... Не судьба была. Сдохну. Кстати, здесь в оригинале прикольный музон. Здесь решили, что нет. Переделаем. Переделать. Вот все, темнотища, блин. Боже, кто выключил свет. Почему вам не темно? У вас что, инфракрасное зрение? Или какое-то еще свое? Или у вас этим... Сонар какой-нибудь, блин. Ладно, короче, дефрали, все окей. Будем знать. Ай-яй, да-да-да-да-да-да-да, вы же телепортитесь, правильно. Там еще и Чинганер.
Еще один. И еще один. А ты сдохни. А ты просто сдохни. 5 патронов мало. Дефрайнер 6 года, сенс... так. Опенсорсная версия, процессор... Нет. Ну, хорошо. Завтра, в общем-то, у меня день свободный. Ну как, относительно. То есть, под свободным днем я всегда имею в виду то, что мне надо там маленько перевести, маленько сделать того этого, потому что я очередную книгу перевожу. То есть, то, что я там публикую про гонки, я, естественно, уже вовсю начал переводить довольно объемную книгу про мотогонщика, ну как, рассказ от лица мотогонщика 30-х годов, любителя. То есть, человек в юном возрасте увлекся мотоциклами в 16 лет, закончил школу, устроился на локомотивный завод и потихонечку узнал, что оказывается, есть такой автодром Бруклинс. Так, вот это, кстати, здесь враги, я не хочу открывать это. Теперь надо понять, куда идти. И вот, короче, рассказ, как он мотоциклистом гонял на этот Бруклинс, какие у него были сначала неудачные попытки это сделать, а потом пошли более-менее удачные. Ну, естественно, легенды он при жизни не стал. Но это как бы и не суть важно. А нам туда. То есть, здесь главное, как по Олимпиаде, участие, а не победа. С чем сейчас-то путают современные гонки. Вот так вот. Ладно, ну, не буду брюзжать. Поэтому... Чем больше я про старые гонки читаю, тем больше у меня уважения как раз таки к старым гонщикам, которых из коляски не сажали сразу в карт, и которые гонялись даже больше. Ну, по фану, конечно, нельзя сказать. Они гонялись за деньги, но, тем не менее, все это было как-то почеловечнее. Так, а это... так, где... А, вон проход. Упс. Как же темно. Даже факелы эти ни хрена не помогают. А пулемет не с бесконечными патронами. Так, что-то где-то, да. Блин, мужики, у меня уже... Оу, е. Блин, вообще вот просто... Хоть... О, Масян. Ночной Масян. Просто хоть глаз кали. Понимаете, вот, ну зачем делать настолько темные уровни? То есть в Сигиле темные уровни. Ну там, по крайней мере, поле битвы видно. Там темнота, она вокруг, как бы. То есть она является, не знаю, дополнением ко всему этому. Да, я знаю, что тут возле бочки есть вот это вот. Зря я, кстати, взял, надо было на обратном пути это сделать. Вот это я погорячился. Так, синий ключ. Да, это я очень погорячился, кстати говоря. Ладно, хоть назад пойдем с комфортом. Потому что, ну я не могу, реально от этих темных уровней просто бесит. Да, кстати, здесь я тоже буду сохраняться, потому что... Ну нереально просто. Так. А, здесь тоже, кстати, жопень темная просто. Так что да. Я не зря взял, я уже не жалею. Да, тут дохрена чего открывается. Я, естественно, не сохранился. Ну ладно, тут будет более подлое место, перед которым имеет смысл сохраниться. Так, я так понимаю... Нет, я неправильно понимаю. Что я где открыл? Я отсюда пришел. А, тут еще ёкарно. Да, тут надо это... Как средство от запора, это прекрасный уровень, конечно.
тачки еще действуют. Да, тут еще эти камеры открываются. Хорошо, здесь это хоть как-то с патронами не очень напряжно. Елки. А, сейчас будет очень веселое место. Да, вот перед ним я сохранюсь. Блин, ну эта музыка вот этому уровню вообще не подходит. Ну что это такое? Это какую-то подлокическую игру больше. 26-й. Ну что? Погнали! Тут у нас просто сюрприз на сюрпризе. О, щит. Есть. Видите, как все светло резко стало. Опять еще камеры открылись, понимаете? Я еще слышу импов, где? Все. И еще. Так, нам надо идти снова в тот самый темнющий туннель. Нам же понравился первый раз. Блин, у меня патронов для пулемета вообще хрен. Что, куда, где? Зашибись. А, все. Спасибоньки. Кстати, если открыть вот эту дверь, тут... Засада! Естественно, нам она нафиг не нужна. Так, по-моему, тут что-то есть. Не знаю. Возможно, я ошибаюсь. Так, желтая дверь... А, желтая дверь, да. Нам нужен в туннель теперь. Снова. Там эти желтые... колонны, как, не знаю, назвать. Естественно, вы, если вы думаете, что мы всех врагов помочили и все сейчас, тут пройдем изи-пизи, а, да, конечно. Так, здесь у нас был где-то Масян. Вот он. Так, это я брать не буду. Я не хотел этого делать, но игра сказала, будешь. И кто тебя? Ой, кто? Сука. Да, здоровье тут дают на тоненького. Вот, прям совсем на тоненького. Хрен его знает, что это. Я даже говорю. Ну, естественно, нас тут уже ждут. С распростертыми объятиями. Тут ни хрена нет, кроме чейнганера. Вон, видите? А, там еще Масян. Масяну респект. Откуда вы все беретесь? Еще я слышу кого-то. Еле-еле я вот вижу этот движущийся силуэт. Если б не он, хрен бы я что увидел. Так, что тут? Кстати, про кикстартера на Spectrum Set, я помню, что ты мне предлагал. Ну, до кикстартера тоже доберемся, надо найти еще. Ром, я видел, что он из себя представляет, но это такой. Напоминает мне мотокросс для мобилок, который вот раньше был, давным-давно. Куда теперь идти? А, ну я правильно пошел, только не по срезке. Так, а теперь все, красная дверь. Да блин. А. Ну да. Я увидел, что это. Единственное, я думал, он Kickstarter как сайт такой. Я не знаю, сейчас он существует или нет. Вот, называется. Оказывается, нет, он называется чуть по-другому. Там буква C пропущена. Ой-ой-ой-ой-ой. Мужики.
Денчики. Так. И тут у нас, угадайте, кто? Скажите, как его зовут? Ах ты, ну как ты вот меня зацепил? Я пошел. Есть! Кикстарт. А, даже так. И, по-моему, без буквы Си. Ну и теперь, дорогие друзья, самый длинный и довольно жесткий уровень. Да, Аркаша меня таки затроллил. Гараболь. И название нифига не преувеличено. Тут уже вас начинают гасить. Безжалостно. Этот... О, тут уже два... О, все. Уже схлестнулись. О, уровень даже не начинался. Здоровья тут ни хрена нет. Врагов тут 332 всего лишь. Всего лишь. Опять же, ракет. Ну, тут вообще, конечно, все патроны нужны. Единственное, вот только с дробью тут проблем вообще никаких. Все остальное, ребята. Как это? Закатывайте губу. Без приколов, без приколдесов. Тут реально жалости. Сука. Вот, да, здесь, пожалуйста. Здесь Чинганер. Если вы думаете, что вам тут дадут? Дофига мегасфер, да? Сейчас. Там он еще в окошке один сидит, хрен. Очень рад вас видеть. А, еще. А ты откуда взялся? Получай. Так, здесь надо добежать до сюда. А, нет, дальше. Еще дальше? А, нет, все, достаточно. Да, естественно. Западляны. Так, давайте поближе, ребят, подгребайте. Потому что у меня уже здоровья немного для такой ситуации. Импы просто... Да, тут единственное, конечно, тут нет прям сверхсильных врагов. То есть прям баронов пачками тут нет. Тут нет кибера, тут нет паука здорового. Но поверьте, и без них тут будет достаточно, как он показывает практики с 9 уровнем, где вообще один пинг и все остальное, эти, чинганеры, шотганеры и импы. Чуть-чуть, по-моему, зомбаки. Ой, Денчик не ск... Денчик, ты... Великолепно. Я даже не начинал. Уже вот. Уже этот вышел. Посмотрите, тут уже, вас уже расстреливают. Уже 37-й год он устраивает. Ну, тут, кстати, секретик. Но мы пока его не будем триггерить. Рановато. А, не. Так хардкорить я не буду. Так, возьмем одну аптечечку. Сдохни, блин, козлина, а? И ты сдохни. Давайте. Воскрес... Это... Да блин. Странный следопыт за мной тут бегает. На тебе.
Так, да. Вас надо перемочить тут, на берегу. Получай. Потому что там как-то я неудачно встрял. Ну. Так, пауки пока нормально. Ой, да, пауки пока нас... А, нифига. Короче, пока по клетке не выстрелишь, они не пойдут. Но я думал, и выстрелы эти до какого-то времени требуются. Так, у нас два. А где второй? Где твой второй, братан, слышь? Который на меня тут лез. Реально, а где второй? Непонятно. Ни одного ключа у нас нет. Так, по-моему, нам надо вниз. Так, берем маленько вот это. Патроны не давятся. Сука. Тоже душное место. Естественно, вы еще и справа. Все, ладно. Так, ага, вижу, блин, тебя, ты меня. Кто это стреляет? Вот кто это стреляет? Тихо. О, красиво легли, ребят. Просто как из ниоткуда прут. Жалкие плюс один лежат, то есть вместо того, чтобы накидать аптечек нормально, тут нас просто кормят однерками. Слушайте, я, конечно, все понимаю, но может ключ вы мне дадите уже какой-нибудь, какую-нибудь точку опоры сделать. Все понимаю. Ну, по-моему, надо сюда. Здоровья мало на самом деле, чтобы туда идти. Так, невидимость нам нужна будет. Ладно, у меня у пулемета много патронов. Да попади ты в эту бочку-то драную, сраную, да рваную. Так, ну все, нам надо бежать. Красиво. Так, собираем, лифт медленный, но я не сильно много времени потратил, да и тут как бы этот лабиринт не особо душный. Да, вот сюда теперь. Так, дайте нос почешу. Все, погнали дальше. А, как-то это не дальше явно. А, все, сюда. Да.
Так, здесь что-то есть. Кроме тебя. Угу. I got them right. Так, не сюда. Ай. Да блин, что ж я на фаерболт-то бегу? Как будто это аптечками меня кидаются. Музон прикольный такой. На эпичность. Претендует. Так, ну что тут у нас? Дизастер эра. То есть зона... Катастрофическая зона. Так, становимся сюда. Так, чинганер сдох. Это прекрасно. Да, тут чуть-чуть заремиксована оригинальная тема. А здоровья-то у меня не сильно много. Ну, хрен знает, я не эксперт по аниме. Или аниме, как там правильно. Так, тут у нас... Да! Да, детка, да! Есть еще кто? Походу нет. А, походу есть. Такой, вначале музон как на похоронный чем-то походит. А потом уже, да, потом уже что-то с чем-то как-то где-то. Давайте. Первый ключ есть. Сколько? 167 врагов, половина. Ах ты! Бежать. Хрен с ним, пусть он там остается, мы не против. Получил. Так, куда дальше? Красный ключ. Ну, по-моему, красной двери тупо нет. А, вот куда дальше. Откуда враги прут эшелонами. Туда и двигаемся. Твою мать! Это было тупо. Тупо просто, что писец. А где-то я тут секретик, кстати, заприметил, было дело. Как бы не вот тут. Хорошо, что я на этот фаербол не летел, честно. Да. У нас теперь не 16, а 44 здоровья. Какая прелесть. Стоит отметить. Еще одной ракетой. Ага. Нет, нет, нет. Больше я по клетке стрелять не буду. Сначала всех вот этих мелких устраним. Да блин. А, вы чё это, не? Вы так не играете, хотите сказать? А так? А, по-моему, надо дверь толкнуть. Тогда да, тогда будет счастье. Но не мне. Еще ключ. А знаете что, я даже сохранюсь. Хрен бы с ним. Так, еще корабульку с патронами берем. Главное, под пресс не сигануть. Самая умная смерть будет тогда. Кого мы давно не видели? Естественно. Так, у нас очень хороший задел по пулеметным патронам. Прям очень хороший. Надо немножечко приберечь. И у нас очень хорошо, кстати, с плазмой. С плазмой прям вообще блеск.
игрока, тут только центрального. Ядрит нас ждут тут уже. Практически с цветами 45-го калибра. Да, представляю себе спидранить этот уровень. Это, конечно, его можно попробовать 100 раз пройти, потом ты уже научишься на 101-й проходить. Ого, как. Не говорите только это одному известному стримеру. Да, Сет? А то, что он начнет. Еще и донаты за такое требовать. Вот. Да-да-да, по смайлику я понял, что ты понял, все хорошо. Так, здесь нужна плазма. Еще здесь западло. Западло еще есть, нет, западла еще нет. Смотрите, какая прелесть там. Огромное открытое пространство. Ну ладно, у нас есть пулеметик. В общем-то, он нам нужен как раз-таки для этого места. А что, не добивали, да? О-о-о! Кто пришел? И ни одного не по... ни один не попал в помидорку. Ну, не стыдно, а? Ладно, хрен себе, что экономить, блин, помидорка, как будто, я не знаю, жуткий враг. Кибердемон. Кибердемона, да, тут, конечно, очень бы не хватало. Все, и помидорка одна, по крайней мере, полегла. О! Имповый патруль вернулся. Походили, походили. Черепушку он маленько покоцали. То есть это вот все там ходит. Надо бы сколько этих черепков тут на уровне. Ух, мама мия. Ну будет еще кто? Там вообще этот чейнганер, по-моему, должен быть. Или они внизу бегают? А, вот черепуха. Вроде как все. Ну, вроде как. Понятно, что там еще народу будет предостаточно. Блин, тут даже остались аптечки, но мы их уже не возьмем. Так, это все берем. Потому что это будет нужно. Ну все, 99. Пусть будет 99. Так. Квартет помидорок. И... хреновый пол. Горячий пол, я бы сказал. Где ты, четвертый? Так, тихо, берем. Берем. Все берем, ничего не упускаем мимо. Глянь, там, ну, нас тут уже ждут со всей радостью в глазах, просто щенячий, я бы даже сказал. Так, сюда пока выбегать рано, надо устранить все говно вот это вот, например. Здоровья мало, да, кстати, клич-то я забрал, имею право. На самом деле я не вижу что-то страшное в сохранениях, это не читерство. Потому что сохранение здесь прописано в игре. И точка. Так, берем плазму. Куда эти, зачем? И да, и невидимый стол. Вообще тут Масян должен быть. А что-то пока его не видать. Так, срочно всех гасим. Берем еще один костюм. Берем синюю броню. Вот это вот истребляем к хренам. А он Масян. А что он там делает, интересно? Что мне? А, все, Масян сдулся.
Так, остался Денчик. Вообще, мне вот этот тын-тын-тын-тын пианино больше напоминает мегаменовские темы. Вот в Капкоме такое любили вытворять. Будем откровенны. Ой, сюда уже нельзя. Так, по-моему, тут где пауки, что-то оставалось. Хренов как дров тут оставалось. После того, как я в ракеты запульнул себе в лицо, скушал ракету, проще говоря. Ни хрена уже не осталось. Так, вот это возьмем. Ну все, тащим с чем есть. А есть немного. Черепов тут дохренище. По-моему, их тут больше 70. Но так как стоит лимит на черепа, то есть их больше там 16 или 22 не может быть на карте, они еще периодически появляются. То есть нет такого, что ты всех замочил, ты такой в белом плаще. А, не, а. Нифига. Так, надо вот это вот человечка кослявого. О, он быстро поддался. Это хорошо. Посмотрите, сколько этого говна тут летает. И в общем-то, по идее, конечно, от них желательно избавиться. То есть, по идее, там осталось в конце, в последней комнате, по-моему, 5 врагов. Но помимо этого, вот если 30 врагов осталось, то 20 с чем-то черепушек. Рили. Пока можете видами тут полюбоваться. Место, в которое мы ни хрена не попадем. Отстаньте. Ну, блин, их надо гасить, потому что они очень-очень могут сильно помешать. А, вот, кстати, аптечка. И еще аптечка. И уже жить становится легче. Немножечко. Так, ладно. Чинган нам тоже сильно не нужен прям. Да, это, конечно, такое себе занятие. Вот я понимаю, почему вот эту карту не любят. Здесь у меня вопросов вообще не возникает. Потому что, ну, здесь совсем передушнили. Карта огромная. Карта непростая. Тут ни хрена не дают, по большому-то счету. По-моему, одна соул-сфера всего и берсерк, или два берсерка, и все. На такую огромную карту с таким количеством врагов это ни о чем. Хотя насчет гонок, ребятки, я думаю, в следующем году уже заняться, потому что хотя бы надо добить эти рок-н-ролл рейсинги на уровне какой там последний воин, вориор и сеговский. Хотя бы начать с несовский, а там уже, я думаю, и сеговский покориться, потому что к игре попривыкну. Это первый пункт. Пункт второй. Ну вот, у меня там различные реквесты накопились. Не факт, что я, конечно, все-все буду проходить. Сразу говорю. Потому что я же вам не тащер какой-нибудь. А, все это... Ой-ой, это было сейчас тупо с моей стороны. Просто писец как тупо. Так что, что будем делать? Импровизировать. Зашибись, импровизировали. На все, сука, бабки. Да, естественно. Да, просто прекрасно. Блин, опять все это гасить. Надо было... Блин, вот... А! Все, забудьте. Все. Так, где? Это... Невидимка. Вот, короче, в следующем году я все-таки думаю, гоночками-то подзаняться, и все будет хорошо, естественно, в моем случае. То есть... Ну, конечно, сразу говорю, всякий трешак. А ты как жив остался? А, да, логично. Подождите-ка. А, все, я... Правильно, мне надо этого. Ты еще живой, падла. Там Денчик схлестнулся с помидоркой, молодец. Ай. Хрена. А, вот вы меня бьете.
Так, теперь проходим здесь. Осян. Так, все, невидимость кончилась. Так, тихо. Экономим здоровье. Что, в окна заглядываешь? Меня там ищешь? Нет там меня. Так, еще одну берем. Козел! Костлявый! Ну, конечно, я очень надеюсь, что все будет хорошо. Ты думаешь, Димон, мне не хочется куда-нибудь съездить? Тем более там, где ждут. А не просто. Ткнул пальцем. Ну, не в карту, конечно, мира, но... хоть более-менее куда-то. Опять это все говно мочить. Надо было сохраняться, но все уже. Я протупил просто зверски. Мало того, что меня в итоге Арчвайл покосал, так еще и он меня скинул с этой платформы. Да что вы такие, блин, живучие? Вас двухстволка, я почти в упор палю, вы дохнуть не желаете. Ну, что за нах? На, твою мать. Давай, давай, кончайся, блин, молодец. Дай тебе пулемет возьму, 400 патронов почти. Да куда он денется? Это не стрим, сочкануть не удастся. Ну все, будем надеяться, что все окей. Сейчас покажу вам ту самую гору боли. Вон там, видите, и там зеленые вот эти вот, как сказать, вспышки. Это как раз-таки появление новых черепков. Такая красота. Ладно, все, нафиг. Сохранюсь. Да, я нажал кнопочку, а зря это сделал. По одной простой причине. Вот и все. Почему так нельзя было сразу? Ладно, я испугался. Я был молодой и неопытный. Все. Так, 28 уровень. Не библейский ад. Довольно неплохой, кстати, уровень, хочу заметить. Конечно, поначалу он жесткий. И, кстати, в мультиплеере он просто писец. О, я броню случайно взял, я не хотел. Ну, ладно, тут, по-моему, две мегасферы, так что жалеть не о чем. Тут со здоровьем, тут как раз таки все прекрасно было. Пока я свою хлеборезку не высунул. Тихо, тихо, тихо. А, уже там импы подваливают. Кавалерия, блин. Кстати, да, у меня вот этих патронов дофига. Все, по-моему, хруст я услышал, да. Я правильно услышал. Короче, тут очень веселый этот уровень в мультиплеере. Кто интересуется Думом и не знает, о чем я, прошу загуглить. Тут прям просто по врагам, прям конфетка, ребят. Еще один аркаша. А, какой еще один? Пока первый. Да что ж ты за какие-то углы цепляешься? Почти невидимый глазу. Ты мне мог бы на самом деле и... Хотя нет, мегасферу стоит сэкономить. Ой. С кулака, как он мне пытался втащить. Все? Нет, по-моему, еще один должен. Нет, не должен. Так, пока оставим. А, блин, тут же, да, тут.
веселое место. Тут оно тоже маленько веселое. А, блин, там же Масян слева. Мас-Масян, Масишка. Чего говоришь? А я что-то твоего сообщения не вижу, кстати говоря. Так, парни, напишите что-нибудь в чат, пожалуйста. А тут жена предъявляет претензию, что, мол, нифига не видно, что в чате. А, вот, это, оказывается, задержка у меня такая. Нет, лютая. Ты там, знаешь, стикер не прочел. А, ну, может быть... Ладно, все нормально. Тихо, тихо, тихо. Масян, 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 не надо. Не надо нервничать, мы все нервные. Да, привет, Настюха. А это привет на стрим, тебе жалко что ли, а? Нет, не так, там еще хрюшка, кстати, за колонной прячется. Или, или просто вход найти не может, так сказать. Получай. Блин, спрятался-то как хорошо, а? Наконец-то. И, блин! А, молодец, обдал огоньком, красавчик. Все окей. Спасибо, Толяныч. Так, тут будет западло, но я на него не поведусь, на это западло. Вернее, как? Ну да. Так, на всякий случай плазму, потому что могут застать врасплох. Теперь быстро, 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 быстро. Все отлично. Прорываемся, прорываемся, все, прорвались. Даже трусы не порвались. Так, что, мегасфера, мегасферу. Там будет мерзкое место, но там тоже есть мегасфера. Поэтому пока воздержимся. А, кстати, если там есть мегасфера, что тогда теряться? Вот и все. Так, мерзкое место, мерзкое место, мерзкое место у нас, по-моему, вот здесь, да. Ой-ой-ой. Благо тут есть телепорт. Как ты не можешь? Ну я ж тебя слышу раньше, чем... А, ну да, задержка на контакте такая, да. Вот. Ты говоришь про твое мерзкое место, а я не могу понять, где ты находишься. Все, все, спокойно. Тебя прекрасно слышу, не думаю, что микрофон тут глухой, он на скорости, это, на расстоянии 10 сантиметров только от силы видит и слышит. Блин, вот эти вот, конечно, денчики в ассортиментике. Представляете, была бы сейчас такая сцена, я так больше не могу хрясь, и стрим отрубается. Заколебал стримить, слышишь? Нет, ты что, я так не сделаю. Все, нет сигнала. Все, все, все костлявые сдохли, все. Так. Да, потом... Ребят, если вдруг реально стрим прервется по какой-то причине, я тут ни при чем. Конечно, и тут хоп, трансляция завершена. Так, там пулеметчики, а тут у нас угадайте кто? Угадайте кто? 3, 2, 1. Свинья? Да что свинья? Ой. Аркадий Валерьевич, наш любимый. А тут пулеметчики, часть из которых я уже выпилил. Ну, кому какая хрен разница. А тут у нас тефтельки в большом количестве, ёкарно. Так, сдохни, последние две остались. Все. Не, улетаю. Это черепушки, это не тефтельки. Да что, тефтелька и черепушка, ну как-то. Ладно, все хорошо. Окей, хорошо. Ты у меня довыделываешься. Так, хватит, хватит. Я тебе тоже что-нибудь это, консилер там скажу и еще какую-нибудь фигню, тональник различи. Ладно, все, начинается. Так. Ага, так, а, там еще черепа есть. Так, теперь импы.
Главное не брать вон ту мегасферу. А нет, по-моему, как раз таки мегасферу брать надо. Желтый ключ нельзя быстро брать, потому что желтый ключ это booby trap. Проще говоря, чего? Ловушка. Ловушка. Заминирован он, типа, врагами, естественно. Мин тут нет. Да, это наша территория, здесь мин нет. Блин, песню вспомнил. Так, тихо. Блин, мегасферу тоже, на самом деле, рано брать. Но, с другой стороны, я вернусь, тут будет уйма врагов. Ладно, хрен с ним, возьмем. Только опускаем лифт. Берем ключик, слышим, как на нас орут куча денчиков, там масян. Но мы не будем даже смотреть, как они дерутся. Тут еще засада. Так, тихо, как выйти? Где выход? Так, ну нам не сюда. Нам сюда. Нет, нам сюда. Единственное, нас будут ждать потом на этом самом выходе. Но это уже потом. Мы побудем туралеями, не будем думать о последствиях. Так, у меня пулемет же есть. Чего я туплю? Ладно, короче, вы видели такую семейную сценку. Так что все нормально. Ну, прям сценка это сильно сказано. Так, тут еще в стенах, кстати. Да и господи, наш с тобой обшение. Да я же говорю, что фигня. Так, тут в стене, да, в стене прячется козел, и таких будет трое. Мне не нравится, как грыкают скелеты. Итальяны тут. Так, подожди, итальяны у нас кто в итоге? Масс, понятно, манкубус. Там даже менять кликуху не надо. Скелет Денчик, итальян это кто? Hell Knight? Блин. Или пулеметчик все-таки, пусть будет. А может тефтелька? Не, итальян тефтелька. Как тебе такое? Как тебе такой расклад? Толяна те... Блин, как скрестить два слова? Толяна тефтелька. Толтелька? Блин. Все, я понимаю, что меня несет, я начинаю нести всякую херню. Она телька. Так, блин, у меня плазмы мало. Я на эти тефтели как раз таки израсходовал. Она тефтелька. Не красный барон. Ну, блин, я так... Это только был черновой вариант. Может быть, у кого-то есть предложение получше. О, Дэн. Видите, как машет ручищами. Думает, что это Мас, который задолжал ему пятихатку с бухлом. Что-то ко мне придираешь, что-то ко мне придираешь. Ладно, все. Слишком много инсайдерских шуток уже, правда. Народ, который будет смотреть записи, просто охереет. Как три человека обсуждают одно и то же. Ладно, там... А, ты худеешь? То есть... Как это? Не по теме, да? Тефтелька. Ну, помидорка тоже нет. Помидорка, потому что слишком миметичный персонаж, чтобы его кем-то называть. Поэтому нет. Ладно. Толян пока ни с кем не вяжется. Так, сейчас у нас тут будет Аркадий. Аркадий, естественно, тоже ни с кем не может быть связан, потому что Аркадий это Аркадий. Анатолий, вы пытаетесь похудеть до скелета? Нет, Денчик уже занят. Так, надо выход искать. Все, я всех замочил. Аркадия замочил. Если кто-то еще где-то тут ходит. Ай, кто это сделал? Кто это пукнул своим шотганом? Я. Да блин, успокойся. О, братва пришла разбираться. А, это Толяна. Ну пока что. Пока что. Ладно, все. Ну, хрен, зато нормальное живое общение. Вспоминаем, Димон, как мы у Масса тогда это, отжигали. Когда мы с Массом в футбол играли в этот Никетсу. Там вообще абсолютно неполиткорректный стрим был. Что я даже задолбался его запикивать. Потом. Блин, зря я тут стою. Потому что да, вот тут могут еще прийти. Братюни. Так, ну и все. Замочили не всех, но нам это не сильно надо. Пошли вон. Все. Да ну, нафиг, Толян. Чрезмерная худоба, ну сам понимаешь, ничего хорошего там нет. Так, предпоследний уровень, река Стикс. Такой уровень, я бы сказал, на любителя. У меня нет к нему прям дикого отвращения, он прикольный. Но и не сказать, что прям
Вах, дайте два. То есть предыдущий был гораздо интереснее. Поначалу он вообще дико линейный, то есть мы просто вот идем по этому туннелю. Река Стикс. Тут будет единственное, я сохранюсь перед одним местом, то есть как бы, то есть уровень нормальный, но тут есть одно неприятное место, которое может похоронить нахрен все прохождение этого уровня, поэтому я с вашего позволения один раз сохранюсь, один даже. Потому что это место надо проходить дважды, но одним разом обойдемся. Так, тут, по-моему, секрет, который таковым не является. То есть можно взять две аптечки. Но это если вы дико устали от предыдущих уровней, то тогда да. Вот мы видим, пока все просто аж коридорно, да, даже не по-думовски. Но на самом деле это только разминочка. Размин очка. Да. Так, все, вышли на открытое пространство. Подышать. А! Свежим воздухом! Практически. Так, денчики что-то не радуют сегодня. Слышь, ракету давай-то. Мою слови. Я твоих уже слови. Все, помидорина. Одноглазая. Так, ну ладно, нормально. Там тем более соусфера есть в секрете. Единственное, если я... За несколько раз, ну, за парочку раз хотя бы не возьму, то не обессудьте, я этот секрет брать не буду. Потому что тут нужно очень быстро. А, да, блин, я уже прибежал и смотрю, а где она, где она, где она? Все, взял. Ну, практически. Ну и странно, обычно я ни хрена не успевал, нужно было просто... ну не на стриме, я так понимаю, тебе в личку. Ну и что, ну и что, Денчик написал, написал. Шо, чё бубнеть-то? Так, пулемет тут сильно не нужен. На этом уровне можно расходовать смело. Это, да, патроны, кстати говоря, нормально, кроме плазмы. Но плазма нужна будет под конец. Такой своеобразный тоже музончик, я бы сказал. Так, что сразу повыпиливать скелетов, к хренам. Потому что все равно мимо них проходить. Так, все, в данном... Пока сюда не надо, но в любом случае этих ребяток надо мочить. Да блин, валитесь уже. Отлично. Да блин, ни хрена меня задело взрывной волной с такого-то расстояния. Да, не сильно. Да, кстати, тут лава не коцает, что очень странно. Да блин. Посмотрите, как его колбасит. Посмотрите, как его колбасит, а? А? Вот это брейк-дэнс практически верхний. Так, вот в ту комнату справа я не пойду. Там западло. Я не хочу в западло идти. И у нас тут микролабиринтик такой. Не сильный, не как с арчвайлами в Плутонии, но он есть. О, блин, там чинганеры. Вот это место надо... Да блин, убейся уже, спасибо. О, кто тут у нас? Так. Ай-яй-яй. Так, вот там будет, насколько знаю, потом Аркадия орудовать вовсю. Поэтому сильно тут гасить всю эту братью нету смысла. Ой, здравствуй, дорогой.
собственно, вот о чем я и говорил. Как-то он выбежал не совсем рано, не совсем поздно. Я бы сказал, как-то не очень понятно он даже выглядит. Я думал, что надо что-то взять, только тогда он припрется. Так что? Где? А, все, грызитесь, я только рад за вас. Че, все? Конфликт исчерпан был? Не может быть. Обычно у вас кто-то должен... Это самое. Ага. Я помню, что тут еще в засаде помидор. Да ладно тебе, сдох, спасибо. Так, эта штука не нужна. Я ее брать не буду. Естественно, мясцо. Так, синего ключа нет. Здесь я был. Да, тут чуть-чуть, конечно, надо подумать маленько. Ну, тут прям не сказать, что это. До Метроида, конечно, этим лабиринтом очень далеко. Хрен знает, куда это. Да, это такой не сильно нужный, не сильно важный телепорт. А, все, нам нужно за синим ключом. Вот. Вот перед этим местом уж прошу простить, понять, я буду сохраняться, потому что... Ну, блин, я, конечно, понимаю, что тут всего-то 7 минут прошло без малого, но, блин, не люблю это место. Я представляю тоже, каково спидранером под этот... Под эту штуку подделываться. Так, здесь никого. Ну, естественно, на обратном пути я не вижу смысла сохраняться, потому что я сейчас пойду сюда же. Да, это не сигиловские простенькие. Господи. Да давайте уже как-нибудь там состыкуйтесь. Вообще не хотят нормально. А-а-а, черт! Ладно, не сильно досталось. Нормально, терпимо. Все хорошо. Серьезно. Так, что-то... Нет, это не то, о чем я подумал. Так, тут как бы вернуться сейчас не пришлось. А, нет, не пришлось. Бежать. Так. Мы не будем на него плазму тратить, обойдется. А может вот это у нас столян будет, да? Ладно, все, забыли. Да, тесновато тебе там, я смотрю. Посадили. Как килька в банке себя чувствуешь, наверное, да? Тут еще какая-то тварь бесит, стреляет по тебе. Нет бы с БФГ разочек замочить. Так, это нам точно не надо. Красная дверь. А, все, я знаю, где красная дверь. Нам надо на выход из лабиринта. Кстати, вот туда можно еще наведаться, где куча чейнганеров. Ну, хотя не сильно-то и хочется. Там еще один Аркадий, а у нас очень немного плазмы. Так, а куда дальше? Здесь я был. А, все, красная дверь. Все, извините, я особо исследованием заниматься не буду. Уровень, не сказать, что прям шедевральный. Так, импов отстреливать смысла нет, там аркашка. Готов к нам прийти, но не может, он наверху, он занят. Ой, да, вот. Выстрелы в дверь, которая перед носом закрывается, ничего хорошего не дают. Карма. Ой, Аркадий Валерьевич. Ведите себя прилично, пожалуйста. Ой, о, все, жопа. Так, ладно.
Вот там. Его эти. Давай, давай. Че, не сдох еще? Офигел? Наконец-то. Так, все, все кончились. Остался там барон из крупника. Отлично. А импы, импов просто задавило взрывной волной. Кстати, вот тут классная вещь. Это все секреты. Ну, как они как секреты, не помечаются, а так. Все ок. Да, это немного, но... На безрыбе, как мы знаем. Так, ладно. Заходим сюда, желтый ключ забираем. Ну и теперь сейчас будет гаденькое место. Не самое приятное. Прикольно. О, нет. Вот это было зря, но, тем не менее, как-то прокатило. Так, ну вас нахер. Нет. Назад. Вот для этого нужна плазма. Ну и все. Вот такой вот предпоследний уровень. Даже не сдох я. Ну, слушайте, мы неплохо идем. 2 часа 12 минут под запись. 2.16 стрима. Так, последний зов. Что-то эпичное тут у нас. Вот эти вот факелы здесь стоят неспроста. Надо запоминать их последовательность. То есть красный, зеленый, зеленый, синий, зеленый, синий, зеленый, синий, зеленый, зеленый, красный, синий, красный, синий. Зачем? Сейчас узнаете. Да, здесь я тоже буду сохраняться перед битвой с боссом, с этой личиной греха, потому что здесь она мне дико не нравится. До нее надо дойти, а потом уже еще и с ней расправиться. Ох ты, маленько в рифму. Хотя, насколько я знаю, рифмовать глаголы такое себе занятие. Хотя... Немногих это... Много кого это не смущает. Ладно. О, давайте, давайте. То есть это полноценный уровень. Это не как в Думе 2, просто комната с боссом. Здесь до него еще надо дойти. И это даже не Плутония, где там одна маленькая комнатулечка. Потом комнатулечка, в которой кибер, и уже, в общем-то, там и босс. Нет, здесь все полноценно. Плюс вот эта вот загадка с факелами. Сейчас объясню. Так вот. Возвращаемся. Естественно, я уже все забыл. То есть вот красный, зеленый, зеленый, синий, зеленый, синий, зеленый, бла-бла, и так далее. То есть, соответственно, если мы ступим на неправильную платформу, мы сдохнем. Просто сдохнем, перманентно. Соответственно, нам нужно красный, зеленый. Мне, конечно, лень запоминать, поэтому тут есть вот такой чит с андронами. То есть, по серым квадратикам прыгаем. Синий, зеленый, потом снова зеленый, синий. Зеленый, синий, два раза зеленый. Потом, по-моему, красный, синий. Простите, пожалуйста. Что я так? Ну, как вы понимаете, ничто... Если бы я записал, я просто потратил бы на полминуты дольше. Так что здесь без обид. Ой. Я вас не заметил, простите. Я прям диким читерцем это не считаю. То есть, ну... Тем более, я не... уже проходил это дело. Так, вот этого паука надо... Отправить. Отправить. Потому что нас тут ждет просто красотища. Блин, ракет просто дико мало на самом деле. Ладно. Станет на 15 больше, но все равно это мало. Так, все берем. Не
Да, и тут у нас вот такая вот засада. Красивейшая ждет прям. Ого-гошеньки, го-го. А главное контролировать, что за вами летит, потому что можно вот так встрять. Естественно, лучше всех их положить. Можно спрятаться за колонну. Но опять же, бой маленько душноват, обещает быть. Слушайте, ракеты мне все равно нафиг не нужны, я их потрачу. Хотя, стоп, ракеты-то как раз... Ладно, хрен с ним. Босса можно и не ракетами здесь завалить, как ни странно. Эх, хорошая колонна, как добротно сделана. Сколько ракет в нее не летит, она не рассыпается. Это же прекрасно, прекрасно. Застройщики молодцы. Адский инкорпорейшн или что там у них. Все? Так, ракеты, отстань от меня. Спасибо. Все, всех, а то тут сейчас как полетит в затылок. Вот будет приятно. Так, здесь все собрано, отлично. О, слышите, кто завыл? Он самый, Кибердимон. Так, давай шипнули. Так, вот он. Ну, он не сильно опасен. Хотя, после таких слов обычно прилетает в табло ракеты. Если он может спуститься по лестнице, тогда будет гораздо веселее. Сдохни уже. Да блин, что ж ты на месте не стоишь? Наконец-то. Двадцать девять ракет, ну, должно хватить. Там тем более можно и не ракетами справляться. А всего остального и так нормально. Вы красный ключ. Так. Вот тут интересная секция. Тут у нас синяя броня и соусфера. Вот она нам не нужна, ну, если так посмотреть. Внимательно. На здоровье на наше. Ну, казалось бы, да. Ну, что сейчас вот. Если что, мы задание типа сходим дальше. Давайте, черепухи, дохните. Ну, на самом деле, вот эта дверь, если закроется, с обратной стороны вы хрен откроете. Вот такая у нас. Да, так что заранее вы никак не подготовитесь к этому бою, чтобы у вас там 100 с чем-то на 200 было. А здесь у нас клетки с монстрами. И их желательно загасить. Потому что они потом начнут телепортироваться в финальную локацию отсюда, насколько я знаю. Это нам нафиг не надо в таком количестве. Thank you.
да, это, конечно, тоже несколько нудновато, но оно того стоит. О, своего друга на запулил. О! Хорошо, конечно. Не Денчик с Масяном, но тоже выразительный, я бы сказал. О, Масян там задавил двоих ложков, я бы сказал. Совсем простенький выглядит. То есть просто пробежать, конечно, можно тут совершенно спокойно. Пока эти клетки появятся, все будет ок, но на самом деле нет. Не так все, как хотелось бы. Да давайте, подыхайте. Аптечки нам сильно не помогут. Патронов не сильно много, но нам хватит. Так, ну и все, я сохранюсь, потому что, блин, реально, мне этот бой последний не нравится. И сильно его не затренируешь даже. Да, тут этот говорит товарищ, ты должен победить меня, Джона Ромеро. Мы не сильно против. Так, тут на какую-то ступеньку надо спуститься. Просто он находится не в этом, не в окошечко надо стрелять, а стрелять именно чуть ниже. Вернее, как, он чуть ниже находится, на открытом действии. То есть его может даже убить и плазмой, и БФГ. Вот. Ну, так все, собственно. ГГшечка. Итого у нас получается сколько? Где-то 2 часа плюс 2,5 плюс... 2... Слушайте, я потратил-то всего 7 часов на... А, 6.19 чистого времени. Ну, плюс я дох на 23 уровне сегодня, на 27. И все. Или нет? На 25-м. Да, на 25-м я дох в самом конце. Вот так вот. Ну, собственно, все равно мое мнение не изменилось. ТНТ, конечно, штука тяжелая. Особенно для первого прохождения она может просто выбесить. Плутония даже так не выбесит, потому что плутония хотя бы уровни маленькие. Да, там вы будете дохнуть часто, но вы не будете сильно обижаться, потому что плутония сразу вам задает планку, что это сложная весточка. Вот. Так-то вот. А, что еще? Собственно, что? Дум есть дум. Все равно прикольно. Поиграть интересно, особенно когда уже знаешь, что к чему. И даже можешь рассказать, где чего. Поэтому... Ок. Собственно, еще... Ну, не плюс одна игра. Ее-то я проходил, но на меньшей сложности. Вот так вот. Насчет завтрашнего дня. Стрим, скорее всего, будет. Посмотрим, что это за Death Rally. Если все будет нормально, то... Почему бы не постримить, потому что я смотрю, Fusion не сильно кто-то хочет. Ну, может, Fusion мы отложим ближе к Новому году, если все будет нормально. Вот. Такие дела. А тогда надо вспомнить что-нибудь гоночное. Есть, конечно, один вариант, но он довольно уныловатый. То есть один вечер еще можно посмотреть, два, ну, кое-как, а три или четыре это уже будет не очень. Офлайн это проходить? Можно попробовать офлайн. Потому что я, на самом деле, после... всех этих стримов, думаю, все-таки проходить на приставке игры, а стримить уже пореже. Ну, это как пойдет. Пока я на больничном, мне вообще сложно что-либо сказать. Ладненько. Так, что тут? Слышно меня? Слышно и видно? Ну, в смысле, стрим. Ладно, погнали. Да. Половина слов незнакомых. Короче, да. Одилище на время кончилось, но мы-то знаем, что приключение Думгая никогда не кончится. Вот так вот. Насчет пака музыкального. В целом он хорош. Некоторые мелодии, конечно, не очень. Не очень мне нравится, как 14 уровня мелодию переделали. 17 уровня вот этот вот капитана Джека Воробья мне не очень нравится. Старый, нет, я не стримил и не горю желанием. Уж очень он... Это знаешь, как вот первый NES-овский Metroid, первая NES-овская вот эта Legend of Zelda.
Это игры хороши для своего времени, но в современное время нет. Они захватывать точно не будут. Я не собираюсь. Вульфа и там Zero Tolerance, Wolfenstein... Нет. Нет. Так что извините, как-нибудь без этого. Как-нибудь Blood когда-нибудь надо будет, но Blood надо натренировать, потому что это не Doom. Там надо и прыгать, и бегать, и... Ну, в смысле, прыгать. Короче, много движений, и, соответственно, нужно приучать себя, что их чуть побольше, чем в Doom. И хотя бы там первый эпизод пройти офлайн, а там уже проходить все остальное. Вот так-то вот. Вот Blood как-нибудь надо будет. Но опять же... ХЗ. Но опять же, игры на приставке еще думаю попроходить, у меня их хватает, потому что не хочу опять же First Run'ом проходить игры, потому что тупить я буду там в любом случае. Это прям абсолютно точно. Вот наш Аркаша любимый. Ладно, вах-вах-вах, вай-вай-вай. Ну что, будет ли это Толян? Похож. Ладно, посмотрим. Мас прижился лучше всех. Ладно, всем, ребятки, спасибо за просмотр. Спасибо, было весело. Было нормально. До завтра будем надеяться. На сегодня все, потому что, видите, цикл убиваемых врагов, и не только, и нашего героя зациклился. На сегодня все. Да, нет, Думет все-таки развлекает. Даже TNT Evolution. Как бы противоречива она для меня не была, нормально. Ладно, ждем, когда выйдет второй сигил. Будем надеяться, что быстренько появится Torrent Edition. И я в него сыграю. Я буду тупить. Я видел интервью вот это Джона Ромеро. Там он, конечно, показывал первый. Это просто охренеть. Там мега упоротые секреты. И вообще строение уровня просто охренеть. То есть садист, садист. Просто самый натуральный. Это опять же, это первый Doom, без вот этих вот монстриков. Без вот этих вот монстриков бесячих. Без вот этих вот бесячих монстриков. И без вот этих вот бесячих. И даже без Аркадия Валерьевича. Все, ладненько, всем доброй ночи. Спасибо за внимание. До свидания, до новых встреч. На сегодня все. И да, вот что я хотел добавить, но забыл добавить. Да. Ну, гифка, если что, есть. В телеге я оставил. Все, ладненько. Всем добра. До новых встреч.